Подвести итоги и услышать мнение людей о завершенном комплексном благоустройстве во дворе дома номер 76 на Юбилейном проспекте. С этой целью здесь собрались жильцы, представители управления жилищно-коммунального хозяйства и депутаты. Химчане оценили качество новой детской, игровой и спортивной площадок. Здесь появились уютные зоны отдыха для старшего поколения. Кроме этого, во дворе расширили проезжую часть. Сейчас спокойно проезжает большая машина, спокойно проезжает спецтехника. И это, конечно, самое большое достижение наряду, конечно, вот с этой красивой новой многофункциональной площадке на Юбилейном 76. Все пожелания по благоустройству двора профильные службы согласовали с местными жителями. И это такое взаимодействие, которое вызывает у людей действительно положительные эмоции, потому что вместе с городскими властями они смогли реализовать то, что они хотели. Так вот это является ярким положительным примером взаимодействия между жителями, депутатами и администрацией городского округа Химки. Такой формат взаимодействия выстроен по инициативе главы Химок Дмитрия Волошина и отвечает принципу губернатора Московской области «житель всегда прав». Александр Сергеев, новости Химки ТВ.